Сегодня съездили на рынок, на оптовый, купили клубничку. Хорошая сухая клубничка, наша местная, со Слободы, за Волгой. Всего по 130 рублей, вот взяли 20 килограмм. Это вот я ее помыла и разложила на простыночку подсушить. Сейчас пока займусь борщом. В это время у меня подсохнет клубничка. А потом начну обработку. Буду очищать от хвостиков. Перемалывать в блендере. И складывать в емкости. Это для заморозки заготовка. Ну вот, переработали всю клубничку. Получилось 50 баночек по 330 грамм. 4,5 килограмма слопали. Я слышала, что каждому человеку за сезон нужно съесть ведро клубники. Это очень хорошо для очищения крови. Значит, сделала без сахара. Будем доставать из морозилки. Это все отправлю в морозилку. Зимой будем доставать. И я люблю с медом. Медика добавлю. Можно в творожок. Кто как любит. И буду вот так подписывать. Клубника 17-го года. Ну все. Всем советую замораживать. Сохраняются практически все витамины. А когда варим, не остается вообще витамин. Никаких. Все закрыла, все подписала. Использовала малярный скотч. Забыла сказать, что вот купили эти контейнеры на оптовом рынке. Упаковка вот таких контейнеров, которые по 350 грамм, стоит 190 рублей, 100 штук. А в морозилочку я буду ставить вот таким образом, когда заморожу, потом переверну вот так туда-сюда. Очень экономно используется место. Вот. В прошлом году морозили мы в виде ягодок, но не понравилось. В этом году решили так сделать. Значит, за клубнику за 20 килограмм мы отдали 2600 по 130 рублей за килограмм. Сегодня купили нашу местную клубничку. Мария! Ой! Что это с тобой? Плохая я актриса. Вы меня в краску вогнали. Вот так, дорогие мои. Остаточки не забываем себе на мордашку намазать. Сейчас будет подсыхать. Я повторю несколько раз. Это очень полезно для кожи нашего лица. Делайте так же, не забывайте. Клубничная маска 17-го года. Рассмеялась.